Валёк, вот, держи, нам почтальонка письмо принесла, я его распечатал, начал читать и нифига не понял. Так, что тут у нас? Ну, в принципе, все понятно. Что там? Ну, если вкратце, братан, то у нас есть задолженность за свет, за воду и за мусор. Если мы ее не оплатим, то нам отключат свет, воду и мусор перестанут забирать. А когда последний день, когда ее оплатить можно? Сегодня. До конца рабочего дня? Ну, скорее всего, да. Тогда, получается, у нас еще куча времени. Иди оплачивай. Ну, денег дай, и пойду оплачу. У меня нету. И у меня нету. В смысле, у тебя нету? Тебе стеловодители деньги прислали. Ну, вчера их в магазине все на продукты потратили. Сколько они, Валёк, прислали? Пятак. Нифига себе, вы с Леночкой в магазин ходите. Ну, так, братан, мы же продукты на неделю сразу покупаем. Я в соке. Ну, вот так вот. А задолженность, братан, у нас на какую сумму? 7000. Капец, я не хочу остаться без света и воды. Еще и мусор перестанут забирать у нас. Не, вообще поиск на этот мусор. Для меня главное, чтоб свет был и вода. Что делать будем? Валёк, прикинь, мне родители 7000 на новую куртку дали. Ренок, а ты не хочешь в сталой куртке походить? Нет, я новую хочу. Но может, все-таки в сталой походит? Так, рассказывайте. Рассказывай, братан. У нас есть задолженность за свет, воду и мусор. Если мы не оплатим ее до конца сегодняшнего дня, то у нас отрубят свет, воду и мусор перестанут забирать. А я тут при чем? У нас денег нет, чтобы ее оплатить. И? Ой, а у тебя есть. Дай нам денег, и мы погасим эту славную задолженность. Зашибись. А когда вы мне их вернете? С этим вопросом к Вальку. Если я, Валёк, денег одолжу, то когда ты мне их вернешь? Ну, когда верну, тогда и верну. Поконкретнее можно? В этой жизни, Ленок, я тебе их точно верну. Короче, это будет выглядеть так, что я не одалживаю вам деньги, чтобы оплатить эту задолженность, а вы просто оплачиваете задолженность деньгами, которые мне родители дали на новую куртку? Да. Прикольно. Раз ты мне, Валёк, деньги не вернешь, тогда ты их отработаешь. А каким образом? Ну, а чего знаешь, деньги на карту переведу. Мне хана. Ну, скорее всего, Валёк, не совсем тебе, а твоему языку.